Юху, всем привет, с вами Юнот, с вами Земля 2160, и с вами вот эта вот игра. Пошли. В прошлый раз я отгреб, потому что на меня напала нереально огромная фигня. Ну-ка, давай, сейчас зайдем, попробуем убежать. Двигаюсь. Сработает или не сработает? Это засадка, подступите перегруппироваться. Двигаюсь. Хе-хе-хе. И никто не пострадал. Слушаю ваше приказание. Это не случайность, нас предали. Водитель готов. Я знала, где именно устроить засаду. Кто-то ответит за это. Пришло время поговорить с местным командиром. Водитель ждет приказаний. Блин, это жесть будет. Противник в пределах досягаемости. Эй, слишком близко. Убить их. Надо зачистить это место, оно мне нужно. Да Макаром нужно его защитить будет. А каким Макаром я могу его защитить? Никаким. Водитель готов к бою. Походу жесть. Ай, черт. Куда он свалил? Уже в пути. Ладно. У меня есть три. И есть вода. Слушаю. Пока полетай тут. Я в пути, командир. Вдруг найдешь, где рядом ресурс есть. Выдвигаюсь. Обнаружены предатели. В смысле предатели? Водитель готов. Да, есть так, вода. Тут что было? Что ж, вперед! Давай, заходи сюда. Дороги. Я не понимаю, выражение неэффективен, это значит абсолютно бесполезен для земли или что? Что вы здесь делаете? Вы же получили конкретные указания. Мы попали в засаду! Нас поджидали силы ЛК! Что? Это невозможно. Как они посмели? Что за бред? Это измена. Меня и моих людей подставили! Как вы смеете? Вы обвиняете меня? Пока нет. Но мы проведем некоторое время вместе, пока я все не выясню. Это невозможно. У меня приказ. Заткнись! Или делай так, как я сказал, или мои парни расстреляют тебя за нарушение субординации. За это я подам на вас рапорт в Верховное командование. Водитель, к вашим услугам. Мы уничтожим их. Ну давай, где вы тут? Водитель готов действовать. Они бегут, бегут. Юнит потерян. Слушаю. Стена атакована. Мы уничтожим их. Водитель, блин, надо отбиться каким-то макаром. Эппер ожидает приказаний, сэр. Боевой робот готов к действию. Я ранен. Готов. Так, стопэ. Водитель, вы чё, вообще офигели? Похоже, я ранен. Все твои проблемы с полетами будут решены мною. Летать со мной будет. Мы под огнем! Майор, орудия наших тяжелых танков повреждены. Но... Как это произошло? Мы все еще изучаем их. Кажется, все артиллерийские орудия были повреждены. Это противник! Похоже на саботаж, сэр. Только этого нам и не хватало. Ты можешь починить их? В этих условиях? Это невозможно, сэр. Блин. Документация исчезла, а командир базы пропал. Что? Ну, я доберусь до него.
Цена может показаться вам высокой, но я гарантирую качество, сэр. Слушаю ваши приказания. И где ты? Мы встретили противника. Убить их. Где они? Куда они все уползли? В атаку. Все. Железо иди добывай. Так, стоп. Так, мне нужен он. Лимит юнитов. Мы нашли этих псов. Готов. Стоп. Сейчас. Превышен лимит юнитов. Сейчас все будет. Склад. Сообщаю о неисправности. Вот он. Слушаю. Ну давай. Это плохо, сэр. Шофер выезжает. Водитель готов действовать. Фига себе, что ты такой... Водитель слушает. Слабенький-то. Выдвигаюсь. Я в пути, командир. Это если вдруг что, на меня нападут, да? Черт. Склад, стройся, давай. Строительство завершено. Готов. Нужно всеми возможными силами защитить его. Ты лечишься вообще, да? Какой-то робот. Давай. Склад. Где у меня выход? Выход, вот он. Хорошо. Угу. Сейчас все будет. Так, стоп. О, вот она. Только так, их наиболее их можно установить только на легкую это. Наиболее эффективно против зданий, и все. Почему они тогда не стреляли? А это против кого? Видно против пехоты. Блин, нам все нужны. Блин, и все нужно, все. Это чисто воздух. Воздуха у них нету. Нужен ты. Ты. Вон эти уроды! Где? Мы уничтожим их! Водитель готов к бою! Ты. Строительство. Что мне нужно? Ты. Водитель готов. Нужно сейчас отстроиться, защититься тут. Штани пропрут прям огромной фигней. Здесь захватчики. Начинаем атаку. Давай, бей его. Ходим хорошо. Юнит готов. Водитель слушает. Давай, лети сюда. Докладываю. Они бегут. Сейчас мы разобьемся. Превышен лимит юнитов. Черт. Еще один склад нужен. Отстой. Мы нашли этих псов. Слушаю. Готов. Главное оборону отстроить, все отстроить, сделать войска и все. Сообщаю о неисправности. Слушаюсь. Черт, давай сюда. В атаку. Превышен лимит юнитов. Да я делаю все, что могу. Строительство завершено. Стой, мы слетали обратно минус 25. Строй контракт 15 минут. Юнит слушает. Давай. Что ты не строишься здесь? Конечно, командир. Водитель готов. Юнит готов. Ты куда? Охраняйте. Это сейчас металл стратегически важный. Очень важная цель. Сейчас как наберем, пойдем дальше.
Так, что мне надо? Так, эти не надо. Производственный модуль, не знаю, научный. Обнаружены предатели. Строительство завершено. Тяжелый встречный огонь! Водитель готов к действию. Черт, 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 черт. Да, командир, немедленно. Мы уничтожим их. Они в тумане с вами сидят. Шофер выезжает. Готов. Готов. Что ж, вперед. Далеко бьют. Водитель готов. Черт, два осталось. Fuck the system. Здесь захватчики. Что за таракан? Какой-то мост. Начинаю перестрелку. Давай, глупи, глупи. Юнит готов. Водитель слушает. Еще один мост. Я не знаю, что он делает, но это плохо. Давай, давай, давай. Мне нужно отбиться или что? Черт, 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 уходим, уходим, уходим. Отступаем. Так, мне нужен новый производственный модуль. Быстро, производственный, научный. Нет, производственный, вот он. Даже не знаю, как тебя построить-то, давай. Здесь противники. Тебе производственный модуль, вот он. Водитель готов. Завершено. Дороги. Как они мне весь флот разбили? Вы чё? Юнит готов. Водитель ждёт приказаний. Водитель в пути. Так. Срочно надо больше, 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 больше их делать. Они в меня стреляют! Водитель готов к действию. Чёрт, 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 отступаем, отступаем. Чего ж у нас так много-то? Летить, мукроти. Я работаю над этим. Враг! Строительство завершено. Эти делаются, давайте быстрее, ребята. Готов идти. Водитель к вашим услугам. Водитель слушает. Они долго ползут слишком. Ранен. В атаку. Начинаю перестрелку. Ай, больно! Водитель готов к бою. Причем у них пока нету воздуха. Водитель готов. Водитель готов к бою. Мы уничтожим их. Водитель готов. Давай, 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 давай. Вперед! Что вообще такое? Я не хочу быть на передовой. Почему они из этого хаоса стреляют лучше, чем мы? Все, уходим, 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 уходим. Не стреляйте в водителя! Вот эти уроды! Раз. Мне нужны все, мне нужны войска, мне нужна пехота. Так, 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 вот это. Я сам паникую. Водитель слушает. Да, сэр. Строительство вперед, завершено. На врага.
Стреляйте в водителя! Водитель готов действовать! Так, все, это хорошо. Так, стоп, 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 стоп. Нужен еще один на металл. Показывает присутствие врага. Так, стоп. Вытащите меня отсюда! Юнит готов. Юнит потерян. Кровь за правителя. Я не помню, кто мне нужен. Чё вы творите? Обнаружен противник. В вашем распоряжении. Отступим, 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 отступим. Давай, 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 давай. К вашим услугам. Давай, подходи. Давай, давай, пошли, 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 в атаку, в атаку. Не ранен. Вы вообще атакуете, не атакуете? Да, сэр. Сенсоры показывают присутствие врага. Юнит как потерян. Больно! Готов идти, прямо сейчас. Не стреляйте в водителя. Хорошо, хорошо. Водитель готов к бою. Блин, сколько мне еще отбиваться от вас? Убейте всех! Меня попали! Что приказ? Я встретил врагов. За династию! Юнит готов. Юнит потеет. Двигаюсь. Дайте мне юнитов готов понабирать. Идти. Черт! Ай! Шофер выдвигается! Да? Собаки! Не стреляйте в водителя! Прям как на Титане! Фух, стоять! Водитель готов к действию! Слушаю ваши приказания! Врежем их! Юнит готов! Ты можешь не ползти туда, дебил. За династию! Не ранен! А мне пофиг, ранен ты или нет. Уже в пути. Сэр. Жду приказаний. Враг в зоне действия сенсоров. Так как вы меня сюда вообще зажали? Юнит готов. Они в меня стреляют! Пусть стреляют. Ты собирай давай. Прям как на Титане. Не стреляйте в водителя. Так, ну хорошо, что они могут стрелять на расстоянии. Ну, то есть, во время ходьбы. К вашим услугам. Что ж, вперед! Да? Сколько мне еще отбиваться-то надо от вас? Черт. Продолжаю поиски уничтожения. Че же вы такие медленные все? Я готов, сэр. Юнит потеет. Почему вы не бьете близко? Мне же говорили, там есть дальнобойники какие-то. Они в меня стреляют! Ай, больно! Ты сейчас стрелять будешь, нет? Он не стреляет или чё? Да, сэр. Привет, сосунки. Я готов, сэр. Превышен лимит. Готов идти прямо сейчас. Лимит у меня уже восстановлен, это хорошо. Так, теперь мне нужен еще один склад. Склад, 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 склад. Черт. Давай еще раз надо. Юнит готов. Они в меня стреляют! Склад. К вашим услугам. Привет, сосунки. Что приказывает? Черт. Противник в пределах досягаемости. Чем вы так тупо бьете все? Смирно. Мне нужна помощь. Так, где строится? Опять мост ползет. Давайте все фигачим мозг. Что он делает, я не понимаю. Но мне не нравится, что он делает.
Блин, дайте мне отбиться, пожалуйста. Он захватывает. О, вот его мечи. Вытащите меня отсюда! Да, сэр. Юнит готов. Блин, давайте. Привет, сосунки. Я под огнем. Жду приказа. Готов идти. Время. Давай, вот его мести. Почему не могут нормально разделиться, кто кого бить будет? Да. Я не понимаю. Вы можете атаковать нормально. Они бегут, бегут! Вон эти уроды! За династию! В смысле ты исчез? Вытащите меня отсюда! Продолжаю поиски уничтожения противника! Я не хочу быть на передовой! Не хочешь быть на передовой, а будешь! За династию! Блин, ремонт на его набор. Водитель готов. К вашим услугам. Водитель готов действовать. Так, где тут самолеты? Водитель к вашим услугам. Или вот эти самолеты. Водитель готов действовать. Что это такое? Амурск. Юнит готов. Амурск. Амурск. Амурск 3. Дубно. Я встретил врагов. Пошли. Готов идти. На посту. Хорошо, пошли. Внимание. Стопы. Фух. Так, теперь мне надо бы Амурска наделать. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Не знаю, кто для чего, пусть так. Противник в пределах досягаемости. Где прибыл? Ох, ты ж собака. Юнит готов. Убейте всех! Это моя кровь! Етить, колотить. Уходим, уходим. Сенсоры показывают присутствие врага. Вы офигели, что здесь за... Готов идти. Железо кончается. Водитель слушает. Юнит готов. Нужно прорваться. Слушаю ваше приказание. Уже в пути. Либо найти еще железо. В атаку. Железа очень мало. Пошли. В вашем распоряжении. Это все не умеет ездить. О, нет, готов поехал идти. Все. Прямо сейчас. Слушаю. Похоже, я ранен. Да, командир, немедленно. Что вы хотите от меня? Я ничего не делал. Успокойтесь, командир. Мы просто хотим я задать ранен. Вам пару вопросов. Блин, сначала вы нашли, когда это делать? Превышен лимит. Отойди, я пристрелю тебя, как собаку. Брось свою... Враги близко! Я под огнем! Давай, давай, фигач! Подходи! Продолжаю поиски уничтожения противника. Превышен лимит юнитов. Водитель готов действовать! Они в меня стреляют! Я встретил врагов! Это знаком. Майор Бомба. Именно командир. Меня попали. Нет. Завыщите его, Бомба. Скройте трубы, выйдите в ящики. Жесть. Превышен лимит юнит готов. Еще. Проверьте
записи камер наблюдения, что последний. Они близко. Должны найти эти чертежи. Блин, вы неудобно делаете. Почему не дают командовать ими? Уродская игра. Врежем их. Готов. Я готов, сэр. Вы будете кого-нибудь атаковать, нет? Противник! Я не хочу быть на передовой! Выдвигаюсь! Уже в пути! Здесь надо обыскать. Майор, мы нашли чертежи пушек в квартире командира базы, и нам удалось найти запасные части. Мы починили танки, и они готовы к бою, сэр! Как больно! Все, без разницы. Просто перестреливайтесь. Блин, как же вы меня подставляете-то, честное слово. Меня попали! Да плевать мне, в кого там попали у тебя. Подставляете вы меня. Враг в зоне действия сенсоров. Меня ранили, сэр! Надеюсь. По заслугам. Мирно! Превышен. Хорошо, лимит пошли! Это знакомо. Я не хочу быть напередовой! Сейчас все будет нормально, сейчас все исправим. Водитель ждет приказаний. Слушаю ваши приказания. Туда мы еще полетим. Давай. Давай, подходи! Превышен лимит юнитов. За династию! Так, где надо еще один склад влепить? Склад. Смирно! Слушаю! Пока я не нашел готов, никуда. Сэр. Иду к цели. Я не понимаю. Все. А, блин, жесть. А, какая жесть происходит-то. А, левая кнопка мыши запускать. Так, мне нужно что-то улучшить. Что это такое? Технология улучшения лазера. Смирно. Да вы меня запарили, когда вы уже там сдадитесь. Сынки. Водитель к вашим услугам. Они в меня стреляют! Лазерный дробаш, ну сейчас бегаю за них. Водитель превышен лимит юнитов. Нет, найти. Да, сэр. Чё же у них столько воздушников здесь? Юнит готов. Да, сэр. Врежем им. Готов идти. Прямо сейчас. Враги близко. Продолжаю поиски уничтожения противника. Жду приказа. Убейте всех. Юнит. Давай, разбивай их. Королевский танк. Не, радар, да, наверное, нужен. Слушаю. Они в меня стреляют! Это знакомо. Да, сэр? Жду приказа. Обнаружен противник. Привет, сосунки. Готов идти. Прямо сейчас. Юнит готов. Ай, больно! Юнит потеет. Черт. Прям как на титане. Почему вы не можете атаковать их? Черт, меня попали! Противник в пределах досягаемости. Не ранен! Двигаюсь. Все, отступаем. Сенсоры показывают присутствие врага. Юнит готов. Готов идти. Черт. Готов идти. Прямо сейчас. Хорошо, пошли. Так, ладно. Готов. Вода. Где железо-то? Я под огнем. Ай-яй-яй-яй-яй. Юнит потеет. Обнаружен противник. Плохо.
Хорошо, жахнули. Готов идти. Отступай, отступай, отступай. Можете отступить нормально. Мне нужен брат. Слушаю. Начинаем атаку. Юнит потерян. Готов. Блин, они не дают мне тупо пробиться. Враг рядом. Юнит готов. Вечеринка начинается. Водитель ждет приказаний. Водитель готов действовать. Прям как на Титане. Давай, пошли, пошли. Слушаю ваши приказания. Ай-яй-яй-яй-яй. Это знакомо. Не весь флот разбили, жесть. Эти делать и делать. Юнит готов. Так это улучшилось, улучшилось, хорошо. Технология третья. Сейчас я все поулучшаю, потом пойдем дальше. Я не хочу быть на передовой. Я пока больше не нашел ничего. Так, ты пока иду сбегай. Возьми вот этот дробаш. 25 на 50. А этот будет, по идее, хороший. Готов идти. Да. Слушаю. Блин, а. Надо опять восстановить флот будет. Чё, опять быстро так? Да ладно. Чё такое? Ожидается исследование. Чё не так-то? Доступно, ладно. Обнаружены предатели. В смысле ожидается исследование? Меня попали! Слушаю, сэр. Я ранен. Не должны вот этого фигачить их первым делом. Ты взял дробаш? Так, стойте. Вот. Попробуем с ним. К вашим услугам. Жду приказа. Надеюсь, это всего лишь царапина. Надеюсь. Враг в зоне действия сенсоров. Почему вы не можете просто от меня отстать, а? Он не может исследовать, почему? У него что, исследовательского центра нет? Я под огнем! Да? Так, стопе, 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 не да! Пошел, пошел, пошел! Я не хочу быть на передовой! Дайте мне... Я хочу остановить, я не успеваю. Юнит готов. Не стреляйте в водителя. Я готов, сэр. За династию. Давай, фигач его. Они в тумане прячутся. Продолжаю поиски уничтожения противника. Строительство завершено. Враг в зоне действия сенсоров. Да, сэр. Смирно. Давай, подходи. Иду. Неужели ты не можешь по ним попасть? Готов. Прям как на Титане. Юнит потерян. Они в меня стреляют. Можешь по ним попасть? Ай, больно!
Значит, пехоту надо... Опа. Что это такое? Потрошитель. Что ты такое? Специально войска уходят на второй план. Просто уходим, уходим, уходим. С пехотой это будет не отдельный класс. Юнит готов. Скоро ресурсов-то не будет. Ну, уезжай, уезжай. Он сам сменил. Ах, ты же собака. Ладно, он меняет как лучше. Готов идти. Иду к цели. Нет, стой, 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 стой. Тут будь. Пошли. Такс. Водитель ждет приказаний. Угу. Готов идти. Прямо сейчас. Юнит, исследование завершено. Привет, сосунки. Да, сэр. Водитель готов к бою. Ракетометчик слушает. Выдвигаюсь. Три. Это знакомо. Ты можешь вечеринка что-нибудь сделать с этим? Продолжаю поиски уничтожения противника. Почему ты не атакуешь? Распутин 5. Что с тобой не так, Распутин 5? Да блин. Вот, Распутин 5, что у тебя? 0.25-0.3. Малое количество неэффективно для уничтожения зданий. Нормальное количество взрывчатых веществ на 3 снаряда делает их неэффективно для уничтожения зданий. Только против наземных целей. А это кто, по-твоему? Начинаем атаку. Я не понимаю, кто. Офигеть их тут. Мирно! Готов идти прямо сейчас. Слушаю ваши приказания. Давай, подходи. Пехота пошла. Я не хочу быть на передовой. Юнит потерян. Враг! Еще один склад надо построить. Ай, больно! Юнит готов. Как больно! Водитель слушает. Неужели никто не дотягивается? Меня попали! Привет, сосунки! Водитель в пути! Я под огнем! Зададим им! Просто царапин! Ты куда творишь? Ты чё творишь? Шофёр выезжает! Я же тебе четко сказал, куда бить. Это знакомо. Я не хочу быть на передовой. Врежем их. Пробиваемся потихоньку, уже хорошо. Враг в зоне действия сенсоров. Готов идти, прямо сейчас. Привет, сосунки. Я готов, сэр. Готов, сэр. Атаку! Давайте, смелые войны. Всегда готов. Готов к службе. Юнит готов. А. Ладно. Хорошо. Юнит потеет. А, черт! Где мой флот? Вы будете три. К вашим услугам. Внимание! За династию! Готов! Пехота тоже вперед. Вышлите подкрепление. Жесть. Я под огнем. Что приказать? Пати, ребята, прорываемся.
черт. Я готов, сэр. Здесь захватчики. Водитель готов действовать. Юнит потерян. Юнит готов. Сильный обстрел. А, я ранен. Готов. Нет врага. Обнаружен противник. Вперед, ребята, вперед, давайте. Вперед, 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 вперед. Блин, слишком узкое пространство. А, мы пробились. Жесть. Я не хочу быть на передовой. Слушай. Юнит готов. Юнит потерян. Да, сэр. Фух. Мы пробили этот. Зеркраш их. Опять потрошитель пришел. Кто ты такой вообще? Давай, давай, давай. Как больно! Да нормально, не переживай. Убейте все! Фух. Жесть. Да, сэр. Едить, колотить. Все, мы пробились. В вашем распоряжении. Готов идти. Водитель готов действовать. Я готов, сэр. Юнит готов. Да. Водитель ждет приказаний. Все, пока отступим. Пошли. Я встретил врагов. В меня попали. Да, сэр. Все, отступаем, отступаем. Путим. Фух, это жесть была, просто жесть. Так, что это? Улучшен генератор щита, я его не использую, да? Мне нужен ремонт, нет, не знаю. Двигатель, знаю. Быстрый двигатель, все мне нужно, мне нужно все. Совершенство ракета, плазмы, технологии взрывных веществ. Блин, тут все нужно. Давайте броню улучшим. Юнит готов. Давай, подходи. К вашим услугам. Все, отступаем. Пошли. Да, командир. Да и зачем мне водители? Сейчас сохраним, пробуем вот этих нагнуть. Мне вот здесь база их не нужна, вообще ни к чему. Так, ладно. Мне нужно раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И пехоту. Исследование завершено. Еще один склад нужен. Так, это хорошо, броня улучшена. Улучшает химические технологии, не знаю. Не знаю, я не знаю, что нужно. Вампирский лазер. О, ремонтника надо улучшить. Это знакомо. Ух, сохранить.
удастся охранить. Я готов, сэр. Это было сложно. Давайте сюда. За династию! Превышен лимит юнитов. Опять летит. Слушаю. Что за потрошитель? Чем надо? Строительство завершено. Ракетометчик готов. Вперед! Да, юнит готов. Надо бы противовоздушек поставить. Опа. Исследование завершено. Опа. Ну и чисто куда-нибудь сюда. Готов идти. Сейчас готов. Они придут. Я, конечно, тронут, что вы пошли сюда идти. Готов идти. Прямо сейчас. Да, сэр. Три. В атаку. Давайте просто их разобьемся. Что это происходит такое? С этим разобрались. Сверху нас притеснять не будут. Водитель готов к действию. Превышен лимит юнитов. Да ладно. Водитель готов к бою. Водитель готов. Было бы что там превышать-то. Готов, сэр. Юнит готов. Вперед! Сейчас разберемся. Так, нужен еще один склад. Склад, 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 склад. Еще с генераторами, я не знаю, как определить. Водитель слушает. Так, мне бы найти бы этот. Готов идти. Давайте пересечем пока местность эту. А засадную или снизу еще есть. Ты кто такой? Убейте всех! Арест какой-то кружит. Врежем им! Готов идти, прямо сейчас. Сейчас разберемся со всеми. Водитель готов. Мне надо найти еще железо, потому что железо у меня... Водитель. Ой, как мало, ой, как плохо. Понял. Так, хорошо. Водитель готов действовать. Давайте, пехота, все вперед. А, это я зайду только с другой стороны, да? Плохо дело. Ладно, давайте пошли сюда. Привет, сосунки! Я в пути, командир. Черт, плохо, все плохо. Да. Юнит готов. Все, мы пересекаем этот, блин, каньон. Прям как на Титане. Враги близко. Водитель слушает. Не, так, походу у меня время уже поджимает как надо. Ну, сейчас разберемся. Блин, металла нету, металла очень мало. Не понял, ты куда полетел? Что за...
То есть до этого ты их не фигачил, а тут решил прилететь и жахнуть. Какого черта? Ты их будешь атаковать, нет? Что творишь? Меня попали. Ты нафига убил их? Так. Ты не спеши. Воздух у меня-то ничего не осталось. Ступай. Что ж, вперед! Черт! Это моя кровь! Все, никого не осталось. Классно. Давайте, ребята, давайте. Что вы творите? Пехота, вперед, давай, прорывайся. Ой, черт, чу пехоту сейчас, да, потеряю. Как тут пробиться, вы че? Ты беги. Все, отступаем. Обнаружен противник. Мы довольно не слабо отбили. Они зажали нас здесь. Стена. Они в меня стреляют! Где? Опять ты. Защити меня отсюда! Готов идти прямо сейчас. Слушаю. Как больно! Нет, ну что за фигня? Водитель готов действовать. Не стреляйте в водителя. Как они меня пробили, я не понял. Все, отступаем, отступаем. Пошли. Водитель готов к бою. Хорошо, пошли. Строительство завершено. Они в меня стреляют. Да кто в тебя стреляет там? Готов идти. Ай, больно! Это знакомо. В вашем распоряжении. Привет, сосунки! Фак, за систем, а чё вас так много-то? Готов идти, прямо сейчас! Враг в зоне действия сенсоров! Ворота открой! Юнит строительство завершено. Они в меня стреляют! Да, сэр! Чёрт! Это знакомо. За династию! Черт, меня попали! Все, отступаем, понял? Отступаем.
Смирно! Ракетометчик слушает! Юнит готов. Ты куда уехал? Чёрт! Ты чё, ЛК приехали? Маяк, Лёд! Готов идти! Зачем ты берёшь огнемёт-то? Где отменять оружие? Хорошо, пошли. Готов идти прямо сейчас. Готов идти. Пошел, пошел, пошел. Блин. Это знакомо. Враги близко. Юнит готов. Вы можете его атаковать. Жесть. Слушаю. Они продавили меня. Готов. Водитель готов к бою. Они бегут, бегут. Не стреляйте в водителя. Что происходит? Это ЛК. Мы под огнем. Юнит готов. Юнит готов. Жесть. Блин, какого черта? Какого? Меня бьют со всех сторон. Обнаружен противник. Дальник. Земля. Где земля? Давай, пробивай его. Подвигаемся. Шевелите стачниками. Ракетометчик слушает. Противник в пределах досягаемости. Водитель готов к бою. Чё, люди кончились? Готов к службе. Строительство завершено. Юнит. Чёрт, меня попали! Офигеть, тут так можно? Ты куда пошел? Слушаю ваши приказания. Чего не убегает? Готов, сэр. Готов. Стена уничтожена. Стена от здания уничтожена. Вперед! Готов! Здание атаковано. Сэр! Юнит готов. Где врачи? Где врачи? Где вообще ж все? Ты какого никого не делаешь? Стена атакована. Сенсор показывает присутствие врага. Ракетометчик готов. Плотный огонь противника. Готов. Жесть. Юнит готов. Вперед! Врача сюда! То есть они меня пробили и теперь все. Кто это такой бегает? Дезертир? Сейчас отобьемся. Придется прибегнуть местами нечестной работе. Ну что делать? У меня нет ни ресурсов, ничего. Я уже закосячил. Я не могу тупо пробить то место. Мне нужен десантник, наверное, какой-нибудь. Вот эти ездят непонятно куда. Вперед! Черт, меня попали! Бой готов! Бой! А, черт! Хочешь что приказать? Начинаем атаку! Я готов! Стена атакует! Зазанимый!
Потрошитель летит. Все летят. Походу техника будет на второй. Сейчас, я уже скоро закончу. Че ты не изучаешь? Стена атакована. Ранен! Уничтожить их! Водитель готов! Жесть! Водитель слушает! Юнит готов! Готов к службе! Чего ты не атакуешь его? Готов к службе. Стена атакована. Да иду. Шевелите задницами. Водитель готов действовать. Слушаю. В атаку. Да, сэр. Юнит готов. Слушаю, сэр. Все, пошли. Исследование завершено. Это, конечно, жесть. Водитель к вашему службу. Стена атакована. Да, сейчас уже почти. Водитель готов действовать. Бой готов. Ракетометчик слушает. Начинаю перестрелку. Юнит готов. Готов. Затоним. Очень сложная миссия, потому что я не понимаю, что делать. У меня ресурсы кончились уже давно. Выдвигаемся. Водитель готов к бою. Блин, придется как-то прорываться там. В общем, как я заметил, если они встанут, это жесть. Блин, надо заканчивать, уже час идет. Исследование завершено. Строительство завершено. Так, мне нужна... Турель такая. Турель земля. Так, давайте еще раз всех накликаем. Я пока не совсем понял, кто мне нужен. Да я не понимаю, они то бьют, то не бьют. То им нужно прицеливание, то им не нужно прицеливание. Вот так. Юнит готов. Готов к службе. Водитель готов. Вперед, на врага. Вот так вот. Водитель слушает. Ты будешь тоже вторым. Мы уничтожим их. Все, и мы прорвемся в этот раз точно. Ну что ж, давайте на этом закончим. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.